Всем привет с нашей австралийской осени. Вот такой вот у нас листопад. Прям настоящая осень. Ну и вот так вот выглядят мои маракуйи, passion fruit. Конечно, за год вырастить такую стену мы не ожидали. Ну и нужно, конечно, будет переделывать эту всю стену. Ну и вот такой вот у нас урожай. Ну и, естественно, листопад. Листопад, очень они осыпаются. Листья, но фрукты бесподобные. Вкусные, вкусные. И ну вот один, да, вот такой вот размерчик. Ну вот, решила показать. Не знаю, может быть, кто-то и не знает. Ну, это очень-очень вкусные фрукты. Такие семечки с соком. В общем, обалденные. Осень у нас, конечно, красивое лето было. Очень дождливым. Ну, сейчас и розы понемножечку стали восстанавливаться, зацветать. Ну, в общем, как любила я осень, так и в Австралии люблю. Какая красота. Еще 7 утра нету, и вот так вот красиво с утра. У нас было 13 градусов, уже холодно. Ну, зима делает свое дело, да? Природу не обманешь. Это я купила, называется Эвелин. У меня дочь зовут Эвелина. И вот я, когда увидела название, мне захотелось. Ну, а вообще-то мы по орхидеям, да? Если кто-то скажет. Ну, и этой красоты у меня немножечко цветет. Продолжает цвести. Это очередная. Очередные два бутончика открылись. Final Blue, красотка. Black Pearl так и держится. Конечно, такие уже более бордовые цветы, но все равно очень красиво. Потихонечку вся листва желтеет. Прямо чувствуется осень. Ну, это очередной катасетум Манияра Millennium Magic. Не хватило немножечко, мне кажется, ей питания. Ну, я уже не хотела поливать. Пару бутончиков скинула. Но все равно цветы, конечно, отличаются здесь. Такая губа. Цимбидиумные цветочки, да, такие. Ну, а здесь более такая широкая и темные такие. Красивые. Моя Ванда Сандериана, она прям набрала такой цвет. Класс. И, как оказывается, это большая редкость сейчас найти. У нас в клубе ее, наш бывший президент ищет ее тоже. И я посмотрела, боже мой, вот такую вот маленькую детку. Кто-то там за бешеные деньги продает. Ну, да. Тяжело найти хорошие орхидеи природные. И, кстати, вот второй цветоносик тоже. Ну, вот видите, вот по сравнению, вот такие вот они открывались. Как бы показать, свет отсвечивает. Ну, вот более светлые, а здесь уже прям такие сиреневые цветы.
Ну, на заднем плане это моя красавица Анцепс. Так мне нравятся ее эти разводы. Это не болезнь, это такая вот форма. Мне когда-то дала ее наша Джуди, и вот она мне, конечно, давно. Ну и вот я сейчас подозреваю, что все-таки попалась, наверное, пару бульбочек с другой, потому что одна сторона у меня цветет, ну, такая вот простенькая. Нужно будет ее отсадить, потому что, ну, такая она как-то и поменьше, мне кажется, цветы не такие высокие, как у этой. Ну и это, конечно, красотка. Очень красивые все такие цветы в разводах. Обалденная. Да, там посылочка. В общем, все мы что-то продаем, что-то покупаем. Ну, там парочку фаленопсисов. Ну, не думаю, что там что-то интересное такое, прям ничего не цветет. Ну, а что и цветет? Моя Ванда цветет, это цветет. Кстати, Маздевалия декумана еще продолжает цвести, и еще один бутончик она растит. Я очень рада. Знаю, что все равно кому-то интересно, спросите. Ну, в общем, так, покажу. Фаленопсис Малипоенс, оранжевая форма. Это сандериана маленькая. С чего все началось? Вообще началось все вот с этой вот орхидейки. Мне она показалась очень интересной. Цветение вот такое вот. Вот такая вот. Вот такое название. Кому интересно, посмотрите. Ой, а тут, кстати, даже... Тут, кстати, даже, кажется, и цветоносик. Ну, посмотрим. Ну, в общем, вот так вот все начинается. И это Париж Ай. У меня она погибла. Он, фаленопсис. Ну, в общем, вот так вот началось с одной, закончилось с четырьмя. Так, наверное, у всех у нас, да? Наше хобби очень чудное. Это я снимаю продолжение, как мои орхидеи готовятся к зиме. Ну и вот, как вы видите, этот гринхаус уже тоже постепенно переходит в черный. И здесь у меня крыша уже доделана, и вот такие вот двери. В общем, будет моим орхидеям немножечко теплее зимой, кому нужно. Так что заняться есть у меня чем. Времени катастрофически не хватает ни на что. Ну и вот так вот выглядит сейчас внутри. Немножечко такая перестановка. И еще я нужно покрасить. В общем, начать и закончить называется, да? Ну вот я вот такие вот... Купили мы пластиковые двери. Их можно будет скручивать днем, потому что днем у нас температура, конечно, 22-24. И по стенкам я такой вот тоже пластик сделала. Ну, с одной стороны и вот со второй стороны. Ну, крыша полностью сделана. И вот там вот еще тоже будет пластик. Вот в том вот окошечке будет пластик. В общем, мои орхидеи к зиме готовятся капитально в этом году. Ну, а здесь аромат стоит просто невероятный. Просто невероятный. Это я снимаю уже после нашего орхидейного заседания. Кто смотрел, я носила мой, это Oncidium Satanum. У него аромат просто шикарный.
Многие знают Ансидиум Твинкль. Ну, вот это вот родитель. И вот так вот пышно он у меня зацвел. Очень долго он наращивает бутоны. Здесь вот еще есть бутончики. И аромат просто бесподобный. Ну, я извиняюсь, конечно, что я не снимаю название на нашем орхидейном заседании, потому что времени очень мало. У нас выделяется всего 3 часа. Мы там, можно сказать, арендуем эту церковь, помещение церкви. И, ну, в общем, мы в 12 часов заезжаем, и в 3, в полчетвертого, в 4 мы уже должны освободить территорию. И пока мы все установим, пока мы все сами рассмотрят, пока судьи оценят, потом наши члены клуба оценят. Ну и вот у нас был гость шикарный. Я засняла его. Это Роб. Он выращивал когда-то клубнику. Сейчас и орхидеи. Сейчас они занимаются только орхидеями. И я ездила когда-то. У меня есть видео даже на канале. Оно называется, кажется, «Кто со мной поехали?». И вот он нам рассказывал, как он выращивает свои, что он уже все-таки понял, что орхидеи лучше у него растут на блоках, и он практически все орхидеи выращивает на блоках. Ну, так вот я вам показываю, что цветет, и расскажу немножко. И мы, кстати, опять едем к нему. Это будет наше следующее заседание по природным орхидеям. Это будет в следующем месяце. Второе воскресенье месяца у нас заседание, и мы собираемся. И вот мы едем опять к нему. И это здорово. Кстати, мы сдавали Декумана на этом собрании. Она была орхидеей месяца. Вот так вот. И я получила даже за нее приз. В том месяце я ее носила, у нее было 3 бутончика, а в этом месяце один цветочек и один бутончик. Вернее, было 3 цветочка в том месяце. Ну, и вот она заслужила приз. Ну, и покажу сразу приз. Вот такое вот растение. У нас самое лучшее растение выбирают судьи. Самое интересное, на их взгляд. И у нас дарится растение как в подарок. Это первый раз, кстати, за все время, что я в нашем клубе, я получила такую награду. Для меня это, конечно, очень-очень значимый подарок, потому что я не такой, ну, пожилой гроувер. У нас есть люди, у которых коллекции по много лет. И получить награду — это для меня очень много значит. Ну и вернемся к моему столу. Здесь у меня я не носила. Ну вот, кто со мной давно, знает, что вот такой вот у меня такая посадка. Это Изабеллия Пулчелла. Постепенно она начинает открывать свои цветочки. Они, конечно, очень маленькие, но при увеличении они очень симпатичные. Никак не получается у меня сфокусировать. Ну, в общем, расцветет вот такой вот у меня такая вот посадка. Это еще один огонечек у меня расцвел. Пересадила я, кстати, мою ванду сандериану, потому что глиняный горшок, мне кажется, зимой корням холодно, и она страдает. Я вот так вот себе устроила здесь, вот поставила. Тут вот у меня и кора. В общем, все у меня как-то вот под рукой будет сейчас. Удобрения. Тут мои интересные посадки. Ну, так вот я себе устраиваю
чтобы мне было удобно. Все под рукой. И вот еще очередная красотка расцвела. Я ее не носила. Это Dendrocalum acaba. Ой, господи. Cabianum yellow. Ну, наверное, это целогина тоже, потому что они дендрокалумы переименовывают сейчас в целогины. Очень красивые яркие цветочки. Где я? Вот здесь я. Красивые. Они постепенно открываются и такие вот косички. Красиво, когда пышный большой букетик. Свисают эти сережки со всех сторон. Очень здорово. И еще первый раз меня порадовал тоже. Это дендробиум. Вот такой вот дендробиум. Красная серединка у него. И вот так вот по три цветочка. Тут вот еще есть бутоны. Они такие интересные эти. Я первый раз наблюдаю за их развитием. И вот такой вот двойной. Какой-то двойной такой вот бутончик. Ну и потом открываются вот такие вот цветочки. Да, и ну вот мы едем опять к нему на наше заседание, к Рубу. У него очень много, огромные теплицы. Не знаю, получится у меня или нет заснять, но мы, конечно, все в таком ожидании. Было очень интересно с ним пообщаться. Он очень, конечно, большой знаток орхидей. И есть у него что прикупить. Ну, мы располземся, конечно, по его территории. Это, кстати, я тоже у него купила в том году, когда мы были. Баркерия называется. Очень долго держатся тоже цветы. Ну, сатанум, обалденный запах. Здесь вот я разместила свои фаленопсисы, так что они у меня под крышей. Пострадали были немножечко. Ну, а там у меня такая нотикона будет. Ну, это я так назвала ее. Это будет как у меня. Орхидеи будут там, которые будут на зимовку отправляться, которые не нужно будет поливать. Привет, пупсичек мой. Луи, конечно, ходок. Он у нас везде. Я хочу вам показать цикнодес. Не знаю, что случилось. Вроде бы такую псевдобульбу было 3 цветоноса. И вот 2 цветоноса. Он не захотел открывать. Отсушил. Мне кажется, что были они под дождями. И они испортились. Ну, надеюсь, этот цветоносик откроет. И вот он еще хочет зацвести. И пробудила еще одну почку. То есть вот одна псевдобульба. Она, конечно, огромная, это псевдобульба. Ну вот сколько может вырастить одна псевдобульба цветоносов? Вот уже 3, это четвертая. И вот тут вот еще, может быть, и пятая. Конечно, я увидела недавно в одном из клубов, нас просто присылают нам все орхидейные сообщества свои фотографии своих клубов. И там был обалденный цикнодес. Я вставлю фотографию. Я сама обалдела от такого размера. Поэтому имейте в виду, ну они огромные у меня, конечно. Выросла огромная псевдобульба, и она постепенно съедает свою заднюю. Горшок такой, конечно, каменный, плотный. Корней наросло очень много в этом году.
Ну, вот такой вот получился обзор и рассказ. В общем, обо всем понемножку, да. Это, кстати, тоже расцветает еще полностью. Она не распустилась, но открывается. Моя давняя тоже орхидея. Очень ее люблю. И понравились им эти горшочки пластиковые. Я разместила еще тилансии разнообразные. И они, кстати, очень тоже красиво растут и цветут. Ну, так вот, чтобы и не скучно было, да, когда ванды не цветут. Где-то еще что-то у меня тут цвело очень красивое. Тилансия. Ну, отцвела уже она. Были очень такие красивые тоже цветочки. И вот такая. Я как-то из одной из наших поездок накупила тилансии и поподсаживала их к вандам. И вот так вот они красиво начинают цвести. Ну, вот такой вот обзорчик. Поболтала, рассказала. Надо собираться на работу. Всем пока-пока. Look like a light there. So cool, I have a doors now. Какие у меня двигатели. Wow. This is amazing. Wow. Let's have a light. Wow.